привет, друзья мои! Я сегодня хочу вам рассказать про офигенный тортик у Палыча. Но подробности будут непосредственно в этом видео, которое будет немножечко влогом на самом деле, потому что сегодня я приглашаю вас в свое домашнее кафе. И здесь я начала уже читать вот эту книгу, вот сегодня буквально, а сегодня у нас 14 ноября, 2022 год, и вот этот солнечный день побудил меня именно к прочтению, к началу прочтения вот этой книги Джейн Остин «Доводы рассудка». Начала читать, и как только видео закончится, продолжу это дело. Также этот завтрак в моем домашнем уютном кафе, который я для себя сама импровизирую, мне хочется не только, конечно, благодаря солнечному дню, но и вообще вот этот аромат от Eisenberg AM определенно вдохновляет, и я его уже сейчас на данный момент ношу, и вообще у меня ассоциируется с победой и праздником. Поэтому хочу и сейчас на себя его нанести, поэтому это такой небольшой вложик. В том числе, да, все-таки не только обзор на тортик прекрасненький, который мы буквально позавчера с мужем для себя открыли. Ну, мой муж не особо в восторге от этого аромата, хотел сказать. Аромат как раз ему очень нравится. Это именно он его для меня и открыл. Это очень приятно. А тортик, ну, просто он не любит такого формата торта. Тем не менее, ему он понравился. Тоже важно, да. Торт «Сливочная птичка» от Палыча, клубника со сливками. Вот такой вот тортик. А раньше у них была просто какая-то птичка, как я знаю. И один раз мы брали, мне понравилось, но, ну, как бы такое, знаете, выбирали другой по итогу. А тут именно вот такой вариант. Клубник со сливками, это очень вкусно. Ну, вот таким образом он сам выглядит. Обязательно все это в ленточке, да, было, разумеется, вот показываю, как есть. И вот кусочек торта. Также, как вы уже видели, я заварила себе чай очень вкусный, который привезла из Геленджика. И сейчас буду наслаждаться и рассказывать вам, какой вкус у этого торта. Сейчас вот чуть-чуть, да, отодвину, чтобы вы посмотрели. Вот так он выглядит в разрезе. Очень красивый, праздничный, приятный. Класс. Также находятся вот такие шоколадные плиточки. Вот они везде здесь находятся. И также есть на некоторых кусочках крем. Крем шедеврально приятно вкусный. Просто обалденно. Также давайте вас познакомлю вот с такой информацией. Да, можете посмотреть. 7 суток тортик годен. Взглянем на состав. Вот такой вот состав у торта. Ну что ж, я наливаю чай в данный момент себе и буду наслаждаться тортом, попутно вам рассказывая о том, какие у меня от него впечатления. Итак, какой красавец. Видите, здесь прослойка бисквита также присутствует. Очень нежный. Обалденный, нежный, суфлейный. Ярко выраженный вкус. Вот видите, здесь еще прослойка вареница. Ярко выраженный клубничный вкус. Господи, это так вкусно! Если вы любите торт «Птичье молоко», то вам понравится, конечно же. Вкусный чаек. Но, чтобы вы понимали, это особенный суфлейный торт. Это что-то. Особенный тортик. Не такой, как если вы тоже птичье молоко,
купите в обычном магазине, то, конечно, вы получите немножко другое. На сегодняшний день там, честно говоря, все, что я не брала, как-то меня особо не впечатляет. Тут немножко другое, точнее, ну да, все-таки, наверное, немножко в плане, а здесь более плотная консистенция у суфлейной прослойки. Бисквитная прослойка, это тоже нежная, мягкая, здесь все максимально нежное и тает во рту. И вкус здесь тоже гармонично продуманный, то есть он такой нежно-сливочный, как вам я описала, нежно-сливочно-суфлейно-клубничный. Причем клубнику здесь прям как будто ты ешь ягодку клубничную, это потрясающе просто. Поэтому рекомендую вам присмотреться к торту. К слову, 600 грамм, ручная работа, без ГМО, все это понятно. Нету больших, увы, таких, не знаю почему, вот, но это факт. Такая коробочка 600 грамм в Москве выходит в 680 рублей. Да, 680 рублей. Где-то чек был, кстати. Также мы приобрели там... А, вот он лежит. Также, кстати, мы приобрели там колбаску, но это как бы другая история. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Всем пока!